Так, обзоров фильмов. Смотрите, я посмотрел недавно два фильма. «Дежавю» 2006 и «Хай Кримас», по-моему, 2002. Из-за актера я вспомнил, что актер есть пиздатый. Но как бы он что-то хуёво мало снимался. Мало снимался, короче, это... А Джим Кавизейл или что-то такое, как-то так его зовут. Он похож еще на какого-то дебила там другого. Ебалом, блять. Не помню, короче, там какой-то был еще сериал. Тот тоже какой-то редко снимался. Ну, короче, фильмы оба, сука, конча с хэппи-эндом, да? А эти фильмы, они, сука, ну, желать лучше бы были с хуёвым концом. Типа вот «Шакал» был, да, фильм, там хуёво вроде конец, он вроде все-таки убегает, его никто не ловит. Насколько я помню, может и нет. Ну там Брюс Уиллис вроде, да, снимался, это давно еще тоже фильм был. Короче, вроде он съебывается, да. Так вот, такой же какой-то сценарий должен был быть, а тут хэппи-энд этот ебучий, приторный, ебаный. Я все ждал, что он всех развалит там нахуй, этих дебилов, да? В «Дежавю» там какая-то примесь хуйнятины, да? Типа там они научились прошлое заглядывать. Ну, хуйня, да? Хуйней. А сценарий, блядь, ебань полная, сука. А я что-то помню, у меня какая-то другая совсем ассоциация с этим фильмом была, что... Ну, вообще другое что-то. Короче, я, видимо, там другой какой-то еще смотрел фильм, просто тоже на эту тему, там что-то там, какие-то воспоминания, и он там вспоминает, что он тоже там кого-то знал, и что-то там такое, короче, тоже было. И в итоге выясняется, что у него там какая-то с памятью какая-то хуйня, там, ну, я не помню, какой-то фильм смотрел. Ну, короче, «Дежавю», да, значит, в «Дежавю», короче, там это, блядь, ну, террорист какой-то там, да, типа, патриот, что-то шизик там. В общем, и полицейский, да, там идут. Ну, не полицейский, он с какого-то отдела по взрывчатым веществам, да. По контролю что-то там. Ну, короче, неважно, блядь. Там просто вот этот вот Кавизейл, да, это террорист. И ему уделено слишком мало времени, короче. И, сука, все уделено этому Дензелю Вашингтону, блядь. Сука, блядь. И вообще, везде, где Дензель Вашингтон, все, блядь, по его плану идет, да, типа. Ну, то есть, если ты видишь его, все, там все заебись, значит, будет, да. Ну, правда, в «Гангстере» я не помню, что там было. По-моему, он все-таки подыхает в конце, я не помню точно. Там вроде что как-то не очень хорошо все закончилось, да? В «Гангстере», не помню. Но в целом, сука, вот его фильмы, сука, блядь, смотришь, блядь, там. Там все типа продумано, и он такой хитрожопый, и все там заебись, да? Кстати, у Дензеля Вашингтона, я думал, асцендент в Скорпионе. У него такое ебало, ну, как бы... А у него в весах, блядь. Сейчас я посмотрю, может, у него Плутон какой-нибудь. Короче, а может, там и время какое-то не то, хуй его знает. Потому что весы это рядом со Скорпионом. Но вряд ли ошиблись, потому что это Америка все-таки. Не, нихуя у него нет с этого. У него есть Нептун. Нептун тоже водная планета, в общем-то. А, Нептун дает влияние рыб такое. Ну, как бы хуй знает, не знаю. Что-то... Я бы сказал Скорпион вообще хуй знает. Довольно странно. А у этого, у Кивизейла, как раз Скорпион на асценденте, кстати.
У него Скорпион, блядь. Ну, у него все понятно там, в общем-то. Ну, короче, это, ебать, там, блядь. Дежавю такой себе фильмец, какой-то приторно. И плюс еще вот эта примесь дерьма, вот этого фантастики, короче, блядь. Ну, такое себе. А там тоже во втором фильме High Crimes, там, короче, тоже там черножопый в попу лазил, да? Он типа адвокат вроде, да? По делам этих трибунала, блядь. Ну и типа этот невиновен, невиновен, типа там у него семья, там тары-пыры, блядь, там. А оказывается, что он был военный, оказывается, что он там кого-то убил, блядь. Оказывается, Америка такая охуенная страна, что она судит за убийство каких-то там вьетнамцев, или кого он там перехуярил, не помню. То есть это какой-то, мне кажется, бредятина. Никого не судят, что за бред вообще, сука, блядь. Ну и короче. Короче, нахуй, блядь, опять же, фильм с хэппи-эндом, то есть его ловят, блядь. Этот адвокат, черножопый алкаш, он все-таки докапывается до истины, и... А так он соскакивает очень по изи вообще. Ну, может, так оно и работает, вот, действительно, то есть кого-то судят, да, этот трибунал, а потом хоп, а его оправдывают. По каким-то сверх этим, ну, по, как это, блядь, честь страны под ударом, да, получается, что он перехуярил, да, и об этом узнают там то все, но его, в принципе, можно в одиночке там держать до конца нахуй жизни и все. А ему вообще там светило это какого, какая, блядь, ну, вышка, короче. Вышка светила. Ебать, нихуя себе, сука. Они капчу ввели, эти придурки из Вова. Я охуеваю. Первый раз, прикиньте, капча вылезла в клиенте Вова. Я такого вообще не видел никогда в жизни, реально. Вот сколько играю. Капча вылезла, блядь, охуеть вообще. Реально никогда не видел капчи на логине, это охуеть вообще. Ну, в общем, это, блядь, что там. Да, ну High Crimes фильмец получше, я бы сказал, все-таки. Получше. Хотя актриса дебильная. Вот эта актриса, она мне не нравится. По-моему, ее зовут Эшли Джад, что ли. Я уже пробил ее эти асендунты. У нее, короче, прикиньте, у нее все трио, оно стоит в этих знаках оптимистичных вот этих. Вода, блядь, огонь, воздух. Там, короче, асцендент у нее в Овне, по-моему. А, нет, Солнце в Овне, Лев на асценденте и Луна в каком-то водолее, что ли, блядь. Сейчас гляну. Ну и посмотрите на ее ебало просто. Ну, то есть она постоянно улыбается, блядь. Какая-то у нее походка подскакивающая, дебильная, короче. Вот это все, это воздух с огнем делают. Да, водолей. Короче, у нее все вот это трио ебаное. Триединство вот это у нее составляет вот эту хуйню. Еще и Юпитер в первом доме, но это типа
влияние стрельца еще есть. То есть это, блядь, это вообще такое приторное дерьмище получается на выходе. Ну, сами видите, вот у нее... Ну, короче, ебало приторное какое-то, вот она, улыбка вот эта. Ну, блядь, для меня это тошнотворная какая-то хуйня, если честно. Еще у нее дебильная прическа какая-то постоянно. Ебанутая, сука. Ну так-то тёлка, в принципе, красивая, но не в этом дело, а дело то, что внутри у нее. Ну вот, я не люблю эту актрису, короче. Это, что еще я хотел сказать-то? А, ну короче, блять, вот, да. Да, и там ты, это, блядь, как бы, вот смотрите, этим бы могло и закончиться, то, что он бы сказал ей, что да, это я их убил, блядь, ты долбоебка. Или вообще не говорить ей ничего, и все, там, тыры-пыры, и он так хитро улыбается в конце, и камера отъезжает, все, заебись. А тут, блядь, сука, ввели этот конец ебаный, что его ловят, там этот мексиканец приходит, его в лоб ему... А, не, не в лоб, в грудь там попадает ему. Ну, Мекс, который был родственником тех, кого он убил, там, я так понял, я хуй знает. Справедливость восторжествовала, там, тебя все равно найдут, там, вот это все говно, там, блядь, да. Вот эти идеи, блядь. Вот поэтому я, наверное, не смотрел этот фильм, я его, ну, так, не особо помню, по-моему, я его даже не смотрел. Потому что вот это вот оптимистик ебаная Эшли Джад ебаная, там уже понятно, что все будет заебись, да? Потому что такую, блядь, хуйню не возьмут на роль, где все заканчивается хуево, блядь. Правильно? То есть америкосы тоже не долбоебы. И берут там актеров нормально, короче. А этот, который, как его, адвокат, этот выпивоха, этот же черножопый, он известный, я забыл, как его зовут, сука, блядь. Тоже известный какой-то актер, блядь. Он близнецы вроде. А этот, короче, Кавизе, у него скорпион на асценденте, да? Смотрите, как интересно. А, Морган Фриман, блядь. Да, Морган Фриман. Ну и естественно, блядь, это естественно тоже оптимистик знак такой, да, где все должно заканчиваться охуительно. У него тоже Овен на асценденте, охуенно, да? А, у нее то есть Овен Солнце, а у него асцендент Овен. И Луна у него Водолей, у нее тоже Водолей. То есть они создают такую охуительную пару, заебись нахуй, да? А у него еще Венера в первом доме, типа он всем нравится, сука. Понятно, блядь. Да, такой улыбчивый, да, этот Фриман этот. Ну, понятно, понятно, короче, пиздец. Да. Там сразу видно, блядь, эту хуйню. Вот, в общем, блядь, интересная хуета, блядь. Ну, короче, туда вот просится все-таки хуёвый конец. Я не хочу. И вот эту Эшли Джад выпизнуть нахуй. Фримана можно оставить, Эшли Джад выпизнуть. Фриман может спиться в итоге в конце, да? То есть поняв, что он просрал, и, то есть конец переделать просто. И пусть он там спивается нахуй. А эту Эшли Джад заменить на какую-нибудь печальную мразь, какую-нибудь, не знаю, там, ну, хуй знает, подобрать, в общем. Что-то такое попечальнее. Что там можно взять? Я хуй знает. Ну, там надо перебирать, короче, дебилок. Потому что с ней сразу понятно, что хуево все не кончится. Все будет заебись. Там видно, блядь, у нее в жопе играет, блядь. Ну, короче, весь фильм смотришь как на эту мразоту, сука, с щенячьим этим восторгом в жопе, да? Не люблю таких людей. Ой. Вот, соответственно, а первый фильм, что там я говорил? А, Дежавю, тоже там все хорошо кончилось, его убивают, блядь, пиздец.
Еще он снимался, кстати, в сериале в этом, который я начинал смотреть, и даже смотрел довольно дохуя сезонов. По-моему, я сезонов 5 смотрел, но меня заебало, если честно. Обычный подозреваемый, что ли он назывался, не помню. Там, короче, этот еще играл, который в Лости. Бен или как он там... Его, по-моему, и тут Бен зовут, хотя хуй знает точно. А, не, блядь, не подозрительные лица, сука, гуглятся. Я забыл, как он назывался-то. А, в поле зрения, сколько тут сезонов-то, ну-ка. А, нет, его Харальд звали, этого дебила. Не Бен. 103 серии, а сколько тут? А, 5 сезонов. Я, по-моему, на третьем, что ли, дропал. Или на четвертом. Ну, я помню первый сезон, когда начал смотреть, я такой, о, нихуя, прикольная задумка и, ну, прикольно вообще, как бы, смотреть его было, реально. Но потом я посмотрел, короче, он там играет, типа, Терминатора, блядь, его постоянно подстреливают, а ему хоть бы хуй, и вообще охуенно, да? Пиздец. Там постоянно реально у него ранения какие-то. Я уже заебался на них смотреть. И типа все там по камерам показывалось. Ну, типа его все время по камерам там водят. Типа иди туда, иди сюда. Сейчас вот там это... Ну и меня это заебало. Но первый сезон, по-моему, был вообще охуенен. Ну, новая какая-то задумка. Сейчас это, конечно, кринжовая залупа, блядь, для додиков.